Добрый вечер, Гомель. Здравствуйте, дорогие друзья. Саш, ты знаешь, недавно была в театре, и хочу тебе сказать, что это, конечно же, удивительное место, где люди думают о самом сокровенном. Если я правильно понимаю, ты недавно посетила премьеру, да, которая состоялась на сцене Гомельского областного драматического театра, и куда я, к сожалению, не попал. Действительно, очень жаль, что ты туда не попал, ведь на этот раз белорусские режиссеры зажгли на гомельской сцене безымянную звезду. И для тех, кто не попал на эту премьеру, есть уникальная возможность прямо сейчас в нашей программе окунуться в мир прекрасного. До половины 12 не будет ни одного поезда, так что вас никто не переедет. Зачем вы меня звали? Зачем вы меня оставляете меня в покое? Мы хотим вам добра, да. Да я заметила. Не будь дурачком, открой глаза и дай мне ванну. Ванну? А где мне ее взять? У меня есть. Да? У меня есть! Доброе утро, господин Мирой! Целую ручки! Целую ручки! Что хотите сказать, что здесь нет ни одной женщины, как нет? Я буду счастлива. Если бы я осталась здесь, вы хотите здесь остаться? Мадам или мадемуазель? Называйте меня как хотите, я вы. Милая, вы красивая. Уезжайте. Уезжать? Ну, почему? Есть такая тоска. Тоска? Здесь столько солнца, здесь столько света. Довольно часто. А зимой порой кажется, что это не одна зима, а друзья, у нас в гостях замечательные люди, великолепные актеры Гомельского областного драматического театра Алексей Бочков, Анастасия Задорина и Григорий Журавлев. Друзья, добрый вечер. Добрый вечер и, конечно, поздравляем вас с премьерой. Спасибо. Действительно, много людей, долгие аплодисменты, безымянная звезда на гомельской сцене. Насколько я понимаю, это очень уникальное событие. Это такое мировое произведение, довольно уникальное, очень интересное, давно заявленное. И не только на сцене, как бы мировой, но и в кинематографе. Почему именно такое серьезное произведение сегодня появилось на нашей сцене? Если у нас идет Ромео и Джульетта, и у нас, у нас находятся и две Джульетты, две Джульетты мы можем себе позволить. До Шекспира, нашего Вильяма, понимаете ли, осилить, так сказать. Замахнуться, да. Замахнуться. То теперь можно и на Себастьяна. Ну, а Себастьян, почему бы и нет. Тем более, хотя и фильм был довольно успешный, наверное. Любят этот фильм Казакова с Костолевским и Вертинской, наверное, любят. Тем не менее, вот риск, насколько он оправдан, конечно, судить не нам,
Сейчас первая премьера, да, прием был, на мой взгляд, чего желать лучше. Горячий, хороший прием, жаль, что вас не было. Я исправлю эту ситуацию, обязательно, обещаю прийти. Вас милости просим, да? Ну, очень хорошо, очень тепло принимали, и зрители долго не отпускали, потом... Ну, это действительно так, но все-таки премьера есть премьера, на мой взгляд, понимаете? Она, это особый день, по-особому особый нерв с нашей стороны, да и со зрительного зала то же самое. А потом все-таки уже спектакль в русло попадает, когда идет зритель, ну так скажем, не совсем театральный. А какой? Не совсем театральный, но который разными способами попадает в театр. Понимаете, вы держите иной раз, сколько первый акт идет? Час 40? Ну, час 30. Длинный, да, спектакль, да, очень такой продолжительный идет. Был. Это надо тоже иметь такую смелость, вот, заявить на... Надо просто еще раз напомнить нашим зрителям, что режиссерами и постановщиками «Безымянной звезды» на гомельской сцене выступили минские режиссеры Павел Харланчук и Дмитрий Солодух. Они известные, в принципе, в белорусском театральном мире люди. Да, ребят, скажите, интересно вам было с ними работать, учитывая, все-таки это не первый уже, по-моему, опыт? Я с ним имела счастье работать на сцене как с партнером. Первый раз мы с ним встретились как режиссер, как... Актер? Как актер, да. Ну, я думаю, стоит отметить еще тут немаловажный интересный факт, что сам Павел выходец из Гомельского драматического, да, театра, и заядлые театралы хорошо его знают и по гомельской сцене. Конечно, он когда-то у нас работал, и мы с ним выходили вместе на сцену, и это, ну, я получала большое удовольствие, потому что Павел очень талантливый артист, и как с режиссером с ним работать... Как мне показалось, у него такой подход к режиссуре через актерство, ну, если можно так сказать. Если, допустим, Дмитрий Павлович Солодуха, он больше объясняет, говорит, ну, то есть как бы более теоретическая такая режиссура, то Павел, он в нем это, видно, актерское живет, и ему, ну, я не знаю, насколько хочется, но он... пытается все время показать, вот, ну, то есть через показ, да, не то, что как нужно, но вот он с собой пытается объяснить, чего бы он хотел увидеть в конечном итоге. Ну, и это, конечно, интересно, потому что он мужчина, я женщина, мне за ним наблюдать интересно, попробовать показать, повторить то, что он предлагает, какие-то для себя новые открываются грани чего-то такого, эмоций каких-то. Вот. А с Дмитрием Павловичем я в первый раз работала. Он у нас ставил... У вас даже интонация сейчас изменилась, когда вы о нем заговорили. Скажите, а в принципе репетиции были интересные? Что-то такое особенное на них происходило, чего не было, может быть, раньше? Разные. По-разному. Разные были репетиции. По-разному, интересные, да. Были очень интересные. Пьеса, конечно, хорошая, но пьеса написана давным-давно тому назад, написана в очень... жестких условиях, в условиях гетто, еврейского гетто, написал этот автор. И это отложило определенный отпечаток, как мне кажется, на драматургию, собственно, на пьесу. И если он, как мне представляется, автор, начинал писать явную комедию, то потом его потянуло куда-то в другую совершенно сторону. А сколько раз за спектакль вы на стремянку взбирались, спускались? Ну, я не считала, ваша роль? Мне очень понравилось. Часы на сцене, кстати, очень интересный прием. Часы, где время вроде бы на станции остановилось, да, город, где вроде ничего не происходит. Вы сами его, это время, гоните, гоните. Да. Довольно интересный прием. Не, вот. Не, но... ради бога, это интересно. Ну, раза два повторить это и достаточно. И давайте выпускайте героиню и, собственно, в тему спектакля. Скажите, а вот как вы считаете... О чем получился именно этот спектакль на гомельской сцене? О чем «Безымянная звезда»? О том, о чем ее писал Себастьян? Мне кажется, он о людях. Он о людях. И это, мне кажется, самое лучшее его описание. Он о людях, которые, мне кажется, существуют, которые живут, мечтают, видят,
думают. Сложно еще сказать, о чем писал Себастьян. Ну, как бы, это тоже нужно разобраться, потому что вот Алексей Михайлович правильно сказал, что вот ощущение такое, что он начинал писать об одном, об этом каком-то провинциальном городке, где ничего не происходит, где жизнь по какому-то, вот по этому, по циферблату время, ходит. Время остановилось. Да, по кругу одно и то же вот у них происходит. А потом вдруг его что-то повело в эту лирику, и получается, а о чем хотел написать Себастьян на самом деле? Конечно, спектакль о любви. Ну, о чем речь? Конечно, о любви. О любви, но и о том, что за все в жизни надо платить. И все планеты, они движутся по орбите. И вот эта звезда, естественно, и хоть режиссеры там назвали, как там жанр? Вопреки всему комедия. Вопреки всему комедия. Конечно, это изыск какой-то, их заморочки слишком, режиссерские, да, наверное, рекламная опять такая для афиши. Маркетинг. Понимаешь, выходит. Что есть комедия, есть трагедия, ну, трагикомедия, ну, уже вопреки всему. Несмотря комедия. Ни на что. Несмотря ни на что, да. Но мне кажется, что все-таки это режиссер аннотацию к спектаклю. Спасибо. О любви, конечно. О любви. Но за все нужно платить. За все прожитые там. Понимаете? Мона, которую сыграла Настя Задорина, вообще, в принципе, как вам эта роль? И как вам этот характер? Сложно было перевоплощаться? Не просто. Я не могу сказать. Это совершенно не соответствует вам, эта роль, как человеку? Нет. Я не могу сказать, что я поступила бы так же, например, как Мона. Я такой человек, я, как мне кажется, умею принимать решения. И в жизни несколько раз круто меняла свою жизнь. Не иду по кругу. То есть мне не близко это. Я до того, как мы приступили еще к работе, много, как бы читала тоже и про фильм Казакова, как проводился кастинг, кого он хотел. Изначально ведь у него должна была Мону играть не Вертинская, а Ниелова. И когда я прочитала о том, что почему она отказалась, я поняла, что, наверное, отказаться я не откажусь, конечно, но, в принципе, у нее причина была такая, что мне непонятны мотивы ее поступков. И я не смогу как бы ее воплотить настолько, насколько, наверное, Казаков хотел. В принципе, может быть, здесь и не стоит говорить о каких-то мотивах сильных ее поступков, но то, как преподносит сам автор произведения. Она отказалась, потому что она решила, что она не сможет из себя вот это вот, потому что она не понимает, почему так героиня поступает в пьесе у Себастина. Мы отказываться не будем, мы попробовали. Я для себя как-то оправдываю ее как персонажа. Она же артист, должен быть адвокатом своей роли. И было не просто. И с режиссером мы много говорили, какая Мона, какая она. Наверное, не такая, как женщины не только в этом городе, какая-то особенная, и ее реакции порой на что-то, они такие немножко даже не то, что неадекватные, но какие-то неожиданные. Она реагирует, она как, немножко как ребенок, а тут она очень серьезная, и ее могут там слезы навернуться от каких-то передников, в которых она увидела девочек. И то есть, такая она интересная очень девушка, молодая женщина. Григорий, как вам было работать над вашей ролью и вот и в таком паре, да, паре с Настей? Или с Моной, кто ближе стал? Кто, да, кстати, да, хороший вопрос. С Настей мы уже работали в «Доходном месте». Не первый, да. Раз, да. Да прям вот второй. Прямо, да. Мы уже работали и... Хорошо, очень хорошо. Мы с Настей. Дядюшкин ладим. Сон, да. Да, у нас да. Была перед этим премьера в феврале месяце «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Да. Но я знаю, что вы даже как бы
преподаватель, по-моему, были в свое время, да? Не совсем преподаватель. Григорий, когда учился в колледже, да, в Могилевском, он проходил у нас в театре практику. И да, был момент, когда Наталья Борисовна Задорина еще работала в театре, и она как куратор всех студентов, она меня пригласила, чтобы я им помогала эту практику проходить. Но это как-то отражается сегодня вот на ваших отношениях на сцене? Нет, я думаю, нет. Я думаю, что это вот как Настя работала с Пашей как с артистом, теперь она работает как с режиссером. Мне кажется, это время, оно идет, и сейчас я не чувствую такой большой разницы. Нет, у нас преподаватель, нет, наставник. То есть я могу ему что-то посоветовать. Подсказать. Да. А, но он, я но в любом случае он сделает по-своему, да, так как считает нужным. Нет. Нет? Он обязательно прислушается, Настя, к вашим советам? Он не обязательно сделает так, как я сказала, но я вижу, что он прислушивается. А вот в работе над ролью Марина, это чисто ваше видение этого образа? Ну как же, нет, конечно. Он такой у вас другой несколько, не такой. Я думаю, что это работа режиссера и артиста вместе. Мы пытались что-то... Вот, как Настя говорит, мы много разговаривали, искали, пытались найти характер. Мы создавали человека, это нельзя сказать, что это вот я или Павел. Вот у нас получился вот такой человек. Может ли такая история произойти сегодня, как вы считаете, Алексей Николаевич? Хочется в это верить. Романтика, любовь, она должна присутствовать в жизни. А это вопрос как бы на засыпку. Хочется просто в это верить, и нужно в это верить. И, наверное, в этом прелесть спектакля нашего. И именно поэтому нужно идти на этот спектакль, чтобы обрести вот эту веру. Веру в любовь, в настоящее, в поиске себя и стремлении вот к чему-то прекрасному, вечному, к любви. Вы знаете, в процессе подготовки любого спектакля, меня всегда интересуют вопросы. Как же шла работа, я объясню, в каком плане. Костюмы, музыка, декорации, свет. Вот вся закулисная часть, я думаю, театралам она тоже будет не безинтересна. Ребят, молодым везде у нас дорога. Конечно. Ярко. Просто это... Это большая работа всего коллектива, не только артистов, которые вы видите, вот зритель пришел в театр, и он видит только артистов, только вот спектакль, да. А я думаю, что это большая работа всего коллектива. Есть столяры, которые работают над декорациями, есть костюмеры, которые работают над костюмами, художники по костюмам, которые делают тоже свою работу. И мне кажется, что спектакль – это как... Вот часто много, да, сравнивают спектакль с ребенком. Спектакль – это как продукт, который мы все вместе потихонечку должны складывать и выносить на суд зрителя. И поэтому я надеюсь, хочу верить, что вот мы все по чуть-чуть себя туда вложили. Весь коллектив, весь театр. Что вы хотели этим спектаклем донести и сказать сегодня нашему зрителю? Почему? Вот почему надо прийти его увидеть и посмотреть? Помечтать. Не хватает в жизни, потому что любви и человеческих взаимоотношений. А здесь можно увидеть развитие в зародыше с неприятия, более того, с неприятия категорического, и вдруг вот на сближение какое-то, понимаете, и на выход на какой-то полет. Не зря эти мизансцены какие-то там верхние, там на втором этаже. Да, поэтому вот ради этого, чтобы увидеть настоящее, потому что сейчас дефицит, и заботы много, и мороки много, и то, и это, и... Ну, вот как раз продолжение начатой темы. Сейчас очень часто могу услышать рассуждения на тему, чего сегодня не хватает театральной сцене. Можно ли сказать, что этот спектакль как раз то, чего не хватает театральной сцене? Конечно. Еще раз, опять же, это репертуарная политика театра. Зритель хочет комедию.
и только комедию хочет. Вот давай и все. Сейчас вот мы вернулись буквально из Молодечно, из Минска, где показали по одному разу наш боевик, этот, мою жену, его зовут Марис. Пулевая комедия, смешная очень. Зритель просто в восхищении. Вы понимаете? Он хочет этого, идет туда и хочет получить вот этот заряд какой-то. Понимаете? А артисты, мы живем, мы не против комедий. Это жанр классный, о чем речь? Но нам хочется и Чехова, нам хочется и Шекспира. Хочется глубины какой-то, вы понимаете? И только на этом материале учатся и крепнут артисты. Понимаете? Этот материал в какой-то степени отвечает вот этим требованиям актерским. Понимаете? Вот и вторая часть как бы спектакля, не считая привокзальной, да, вот она несет все это, она содержит все это. Развитие взаимоотношений. И это самое интересное. И актерски работать, понимаете, находить вот эти... Точки соприкосновения, да, которые выходят на любовь, как ни крути, все равно на любовь. И об этом он писал. И этот контраст именно еврейского гетто и любви настоящей, вот в этом прелесть как бы этого материала, как мне кажется, этой пьесы. Алексей Михайлович, можно так? Приходите в театр за любовью. Да? Ну, пожалуйста, вот, да. Вот мы поделимся любовью. Да. Уникальное отношение между вами, я вот уже обратила за 10 минут. В принципе, все друг с другом согласны, но каждый имеет свою точку зрения. Ну, так, замечательно. Так и должно быть, ну а как иначе? Ну, в любом случае, я вижу, что вы довольны своей работой, довольны этим спектаклем. Ой, вы знаете, еще... Или по первым примерам, примерным показам тоже не стоит. Так мало, да, судить. Как бы вот еще это рождение, оно только произошло. И сейчас так получился момент, что вот уезжали на гастроли в Молодечно в Минск. И всего одна премьера, один показ был. Это вот как ребенок только родился, но ты его еще не рассмотрел. То есть вот мы посмотрим немножечко еще, вот будут спектакли на этой неделе, еще в ноябре. Ну и... Не зря существует такое мнение, что спектакль рождается к 7-й, 10-й показ. То есть вот пока у нас, наверное, роды еще идут. Вот так даже я бы, наверное, сказала. Я читал книгу, там театр и кино сравнивают с коньяком и пивом. Кино, как пиво, надо пить свежее, потому что как только оно проходит время, оно уже выдыхается, а театр со временем становится только лучше, как коньяк в бочке. Ну, в принципе, если бы еще какую-нибудь аналогию. Но очень, кстати, ярко сказано. Момент, который мы просто упустили сегодня из виду, это вот это участие семейной династии. Бычковых, Задориных, наверное, Бычковых скорее, да? Или Задориных все-таки в этом спектакле? Расскажите, кто еще участвует? Бычковых больше. Бычковых больше, да. Там и, то есть и Настя, и младшая наша дочь, да. Саша. Ваша. Саша Бычкова, да, она тоже занята в этом спектакле, и среди учениц она там помогает мне, как начальнику вокзала. Да, вот очень... Как начальнику вокзала, да. Ну, это очень приятно, наверное, да, что вот все, вся семья такая в сборе на... Ну, а почему нет? Конечно. Конечно, мне лично приятно. А уж как кому это на откуп им? Нам приятно, нет, почему, мы очень любим, я люблю работать с Алексеем Михайловичем, я знаю, что я всегда могу прийти к нему, даже дома на кухне сидя, посоветоваться что-то, и он всегда подскажет, и покритикует в какой-то момент, и скажет там, что я что-то там... Ну, критика все-таки мягкая. Ну, она такая жесткая, но с любовью. Там дальше есть деликатные места, в которые как бы осторожно, очень осторожно надо. Люди работают месяцами, конечно, налаживают конечно. Отношения какие-то, строят это, и вдруг тебе там что-то показалось, и ты можешь рубануть. Это запрещенный прием, этого нельзя делать. И мы есть же такие вещи, которые оговариваются с режиссером чуть ли не один на один. То есть, когда там после репетиции режиссер оставляет артиста, и они что-то по сцене, и другой артист просто может этого и не знать, то, что оговорено, и сказать, да что ты тут? В это очень... В это...
в эти взаимоотношения режиссер-актер лучше не вмешиваться, потому что можно, да, действительно можно навредить, где-то резко рубануть, и Настя, ни к чему совсем. Настя, вот я все-таки задам вам этот вопрос. Скажите, как вы считаете, звезда нет, не сходит с орбиты? Орбиты. Вы меня спрашиваете, как Мону или как, как хотите. Как меня лично? А как хотите. Мона не смогла. Я считаю, что это происходит у людей иногда. Что нужно, чтобы звезда сошла с орбиты? Она должна, я не знаю, либо взорваться, либо столкнуться с кем-то. С другой звездой. Правильно, с чем-то, с кем-то. И в жизни, конечно, люди сходят с орбиты. А, Григорий, как вы считаете, все-таки мужская позиция, она должна отличаться от женской? Может быть, это нежелание бороться? Что, почему Мона так не сошла с орбиты? Ну, потому что это жизнь. Тут как бы нет такого однозначного ответа. А кто вам сказал, что она не сошла? Не сошла, да, вот я тоже хотела сказать. То есть нет такого, она, а может и сошла, а может быть и нет. Уехала, мы видим. Эта история, она, мне кажется, как и этот город. Она живет до приезда Моны и после приезда Моны. Мы видим только кусочек, мы видим только события, чуть-чуть. А подсмотрели, она... увидели, а вывод... Не знаю. Не зря ведь она практически в финале, когда преподаватель музыки Утря спрашивает, вы никогда не вернетесь? Никогда? Она ведь не говорит никогда. Она говорит, кто знает. А вдруг там где-то она все-таки взорвется или столкнется и оторвется от этой своей планеты Грига, вокруг которой она по орбите крутится, и куда-то, может быть, примкнет к кому-нибудь. Но это уже другая история. Это уже другая история, да. Это уже совершенно другая история. Есть чего показать. То есть у нас как бы из классики «Ромео и Джульетта» – это Достоевский, «Очаровательный сон». Это вот сейчас «Себастьян». У вас большие произведения ставятся на нашей сцене. Их надо показывать. Это классика, поэтому... А там уже, опять же, вы с актерами беседуете. Это самое интересное, что может быть беседовать с актерами. Мы друзья не определяем, мои, да. Вот обратите внимание, насколько неоднозначный получается сегодня наш разговор. И, в принципе, я очень довольна этой беседой. Дорогие друзья, безымянная звезда на гомельской сцене, поверьте, это большое событие. Вам нужно это увидеть. Сегодня у нас в гостях были люди, которые создали этот спектакль. Позволь, и готовы... их представлю. Да, Алексей Бычков, Анастасия Задорина, Григорий Журавлев. Клятвенно вам обещаю, что в ближайшее время, в ближайшие дни, когда будет идти примерно на сцене драматического областного, я тоже буду среди зрителей. Спасибо вам, ребята. Спасибо вам, во-первых, за работу, за этот интересный, действительно очень интересный спектакль, такая своеобразная постановка, поверьте, мне кажется, на нашей сцене такого еще не было. Ну и, конечно, вообще за ваш труд. Приходите к нам почаще и рассказывайте о том, что вы делаете. Спасибо. Мы еще раз приветствуем тех, кто этот вечер проводит в нашей компании на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Это программа «Добрый вечер, Гомель». И мы встречаем наших следующих гостей. Сейчас в этой студии вы познакомитесь с юной, но уже очень талантливой певицей. И зовут ее Устинья. Ну а также вместе с ней в компанию пришел ее продюсер, известный также как лидер и солист группы «Драники» Александр Лемешков. Друзья, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Саш, давай тогда рассказываю по порядку и знаком поближе. Кто же такая Устинья? Устинья – это новое имя на мировой сцене, будем уже так говорить. На мировой? Да, я вот думаю, это заявка. Что, да, я думаю, что это будет мировая сцена, потому как надежды она дает нам очень большие, вот, в плане своего творчества, своего таланта. И, скажем так, на тот момент, когда я познакомился с ней, и мы решили сделать первый пробный трек, записать, снять первый клип, то ну, она меня очень сильно удивляла, в хорошем смысле, на съемочной площадке. Вот. Она меня очень сильно удивила как вокалистка, потому что человек не только стремится свой талант нам преподнести,
но и также этим талантом очень хорошо владеет. Ну хорошо, клип мы посмотрим немножко позже. Собственно, ради этого мы сегодня собрались. Устинья, та информация, которую я о тебе нашел в интернете, во-первых, я познакомился с твоим блогом на видеопортале. Тебе 13 лет, ты учишься в школе. Рассказывай, как успехи? Все хорошо, да, я учусь в школе в 7 классе, и вот как уже целых 7 лет я отличница. Что значит, с 1 класса да. до сегодняшнего дня ни одной двойки? Бывает такое? Да. Ни одного неуда по поведению? Нет. Устинья, когда ты успеваешь учиться, петь, играть там в театральной студии? Ведь кроме общеобразовательной, у тебя еще и музыкальная школа, и театральная школа. Когда? Я привыкла уже к такому режиму, и летом я скучаю по всем своим школам. Во многом мне, конечно, помогают мои родители, в чем я им очень благодарна. И я считаю, что когда занимаешься своим любимым делом, это только тебе в радость. Расскажи, как произошло вот ваше знакомство. И как ты считаешь, чем ты так удивила, восхитила, может быть, своего продюсера? Почему именно ты? Почему именно тебя он выбрал? Ведь столько девочек, которые тоже мечтают петь, стать известными, знаменитыми, как их более взрослые кумиры. Ну, познакомились мы в одной из соцсетей. Там мы, получается, Александр предложил сняться в его клипе, но позже по обстоятельствам все сложилось так, что он предложил мне записать собственную песню и сделать под нее клип. Скажи, а с какого возраста ты вообще запела? О, пою я, наверное, с самого детства. И самое удивительное, что в моей семье, кроме меня, больше никто не поет. Тогда признавайся честно, какие песни, каких исполнительниц, ну, скажем, перед зеркалом пела в мамину расческу? Мне нравится Элвис Пресли, Майкл Джексон, Битлз. Я уважаю Григория Лепса, как он очень талантливый исполнитель. Также Ольга Кормухина и Ариана Гранде. Посмотри, какие ранние дети. 12 лет, она знает то, с кем я, может быть, познакомилась еще вообще совсем недавно. Ну, Устинья, скажи, а в школе твои одноклассники знают, что с ними в классе учится будущая суперзвезда? Ну, конечно же, все знают. И даже после выхода клипа некоторые поют мою песню и просят автограф. Но песня одна пока на данный да, пока момент, что да? Одна, и сегодня мы будем презентовать как бы твой новый клип. Расскажите вот про клип, про эту песню, что это была за работа, что это был за проект, автор, режиссер. Песня сделана мною в соавторстве с белорусским композитором Алексеем Парковым. «Выше радуги» называется. Да, песня называется «Выше радуги». Мы с Алексеем очень много работали, работаем по сей день и продолжаем работать над альбомом «Устиньи». Вот, значит, сам клип снял белорусский режиссер Игорь Гунь, который в свое время снимал клипы «Драников». Вот, поэтому с его работой как бы я уже знакомый, поэтому, соответственно, рекомендовал его как режиссера на данный клип для Устиньи. Вот такая творческая команда, то есть такой тандем. Ну, нельзя сказать, что у нас какие-то были определенные разделения по работе, потому что и сама Устинья принимала непосредственно участие как в написании и коррекции музыкальной части, текстовой, соответственно, в создании видеоряда для своего клипа. То есть нельзя сказать, что человек просто отпел, отснялся и дальше сидел дома и отдыхал. Нет, она тоже принимала самое, что, как говорится, активнейшее участие. Устинья, расскажи, что для тебя, как для исполнительницы и актрисы, исполнительницы главной роли в этом клипе, было, скажем так, новым и, ну, в какой-то степени трудным, может быть, непонятным? Ну, так как я занимаюсь же в театральном, мне кажется, что довольно это было. Ну, прочувствовать надо было песню, да, все. И для меня это уже не новизну, так как, я же повторяю, я занимаюсь театральным, и там уже довольно больше 5 лет. И мне это привычно. Этот опыт пригодился, да, получается, да. Театральный? А вот ты говоришь про театральную студию. Она знакома нашим зрителям? Назови, что это за студия? Эта студия находится в 5-й школе искусства. И там очень... Но там серьезная театральная студия, да, конечно. Да. Тебе уже приходилось исполнять какие-то интересные роли на сцене? Ну, мы работаем, ставим спектакли, новогодние сказки, все. Ну, что... кем ты уже была? Красной шапочкой, Снежной королевой. Какой образ тебе понравился? Друзья, раз мы уже заговорили про клип, я предлагаю прямо сейчас устроить премьеру этим добрым вечером дебютного клипа молодой и крайне талантливой певицы Устиньи, после чего продолжим наш разговор.
Устинья, остается только поздравить с этим дебютом, с этой премьерой и пожелать дальнейших успехов, но вопросов у нас к тебе еще достаточно большое количество. Например, скажи, пожалуйста, старшие товарищи на съемочной площадке помогали тебе? Мы все друг другу помогали, друг друга поддерживали. За это время мы хорошо сдружились, и все было очень классно. Ну, это же был твой первый опыт подобных съемок. Наверняка ты где-то стушевалась, перепугалась, или все так гладко и ровно пошло? Ну, были, конечно, свои так называемые недочеты, так как мы снимали, так как шли съемки, нас покусали какие-то непонятные насекомые. Комары, скорее всего. Лицо опухло, и нам снимать. Но, конечно, это же нам не мешало, мы продолжали работу. Скажи, Устинья, вот кто в твоей жизни является твоим советчиком, другом? Может быть, это мама, старшая сестра или кто-то еще? Ну, скорее всего, это мама. Она все время меня поддерживает. Я ее очень люблю. И с ней советуешься, да, наверное, постоянно. Да. Устинья, кроме того, что ты поешь, ты еще и пишешь стихи. Да. Более того, ты принимаешь участие в различных творческих конкурсах, и у тебя уже немало творческих наград. Вот расскажи немножко об этом. Ну, на русской литературе мы часто писали какие-нибудь стихотворения, и я попробовала, у меня получилось, мне это понравилось. Дома в свободное время я начала писать еще. Позже мои работы отправляли на областные конкурсы. В одном из них я заняла 3-е место среди достаточно взрослых людей. И также я победила в театральном конкурсе «Свой голос». Ну, что-нибудь из своих ты можешь вспомнить стихов сейчас? Да, могу, конечно. Ну, подожди. Прочитай. Да. Так. Например, так. Маски, маски, маски. Какая из них твоя? На этой маске улыбка, а плачет под ней душа. И сердце рвется на части, и в грустных глазах тоска. А будет смеяться маска, с улыбкой она пришла. А вот и другая маска, угрюм ее внешний вид. И хочет артист смеяться, но маска ему не велит. Маски, 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 какая из них моя? Может, я буду веселой или вскрустну слегка, а может, я буду серьезной или немножко злой. Сцена – достойный выбор, здесь важен любой герой. Это одно из моих. Устинья, кроме всего прочего, ты еще и заправский блогер. У тебя свой блог. Ну, это нормально. О чем рассказываешь своим подписчикам? Ну, в данный момент меня сложно назвать активным блогером, так как мне совершенно не хватает времени снимать, монтировать видео. Но видео мои на абсолютно разные тематики, там теги, влоги, путешествия. Но вообще я стараюсь снимать видео на актуальные сейчас на русском YouTube темы. Ученица 25-й школы, совершенно обыкновенной гомельской школы, вдруг становится, ну, в общем-то, уже популярной сегодня. Скажите, в чем успех этого, скажем, секрет такого успеха? Секрет успеха, прежде всего, я считаю, это в самом исполнителе, в самом человеке, в его харизматичности, в его таланте и в том, как он этим талантом управляет. Потому что мало иметь талант, нужно его еще правильно преподнести и, ну, скажем, управлять этим талантом на виду у публики. Потому как можно быть хорошим актером, можно быть отличным поэтом, но выйдя на публику, не показать то, что ты хотел показать своими, допустим, стихами. О какой публике вы сейчас говорите? У Сини 12 лет. Какая ее публика? Где она должна исполнять свои песни сегодня? Я вам скажу так, что на сегодняшний день возрастного ценза, ну, как на эстраде, его нету. Все мы прекрасно знаем, что есть такой замечательный детский конкурс детского Евровидения, где выступают детишки различного возраста. То есть и очень маленькие, и очень взрослые. И в то же время, скажем так, когда 5-летний мальчик или девочка поет песню, и в зале эту песню подхватывают взрослые дяденьки и тетеньки, но это уже говорит о том, что все-таки возраст не столь важен. Важен продукт, который преподносит человек, неважно, 5 ему лет или ему 55. Александр, расскажите, пожалуйста, о творческих планах Устиньи.
Значит, наши совместные творческие планы направлены на то, чтобы сделать полноценный альбом, сделать его в CD-формате, то есть непосредственно, чтобы это был живой носитель. Это тот вид музыки, который уже немножко вытеснен за счет MP3 в сетях и так далее. То есть, чтобы ее поклонники могли взять непосредственно эту пластинку, посмотреть этот буклет, посмотреть фотографии. Подержать творчество да, в руках. Именно ощутить это. Вот. Я считаю, что это правильно, чем создавать, допустим, интернет-релизы, которые ну, просто бездушно скачиваются, слушаются в машине и точно так же бездушно впоследствии стираются. Вот, поэтому мы записываем диск. Это будут и русскоязычные песни. Сейчас мы работаем над англоязычной. Я даже не исключаю, что, возможно, это будет что-то и на белорусском языке. Вот, поэтому ну, это все планы. Будем осуществлять, работать над этим. Ну, естественно, с вами делиться всей этой информацией. Ну и я знаю, что у Устини есть мечта. Готова поделиться с нами и с теми, кто смотрит нас по телевизору? Ну, как и у каждой творческой личности, конечно же, у меня есть своя мечта. В ближайшее время я планирую записать альбом, над чем мы сейчас работаем. Также я хочу стать режиссером и сделать какую-нибудь интересную, необычную для людей телепередачу. Вообще удивительно. Такая молодая, такая самоуверенная, такая четко понимающая, чего хочет дамочка сегодня у нас в гостях. Устинья. Так кстати, что, друзья, да. Ждите и новую певицу, и новое слово в музыкальной культуре. Ну и, возможно, у нас сейчас находится в студии наша будущая коллега по телевизионному цеху. Ну, в любом случае, нам было очень приятно сегодня видеть вас в нашей студии, поэтому действительно удачи, успехов, приходите к нам еще. Друзья, наш вечер на телеканале «Беларусь 4» продолжается. Наташ, на театральной сцене были? Да. Были. Песни пели? Пели. По-моему, пришло время танцев. Да, действительно, танец – это еще одно уникальное искусство. Вот ведь вот так вот сделал рукой, ногой, хоп, уже о чем-то рассказал. Так ли это, расскажет наш сегодняшний гость. Друзья, у нас в гостях сегодня замечательная девушка и профессионал своего дела, руководительница студии танца «Леджи» Юля Бригадиренко. Юля, добрый вечер. Добрый вечер. Юля, мы действительно добрый очень вечер. Рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Ну и сразу хочу для наших зрителей раскрыть все тайны. Что такое «Леджи»? Откуда это название? Что оно обозначает? Самый часто задаваемый вопрос относительно моей деятельности. Ну, когда-то были только девочки, потом добавились к нам мальчики, поэтому стали мы называться леди и джентльмены. Это, пожалуй, слишком длинное название, а все-таки по правилам надо емко, коротко, поэтому пусть будет Леджи. Сейчас нам делают комплименты по поводу нашего названия, так что я думаю, что это нам удалось. Леди и джентльмены, так было в самом начале, в 2009 году, когда был организован, да, коллектив, по-моему? В 2009, да, это при школе, так все скромненько было, потом мы все-таки, я считаю, начали расти. То есть даже и не ожидали, что будет на 2016 год с коллективом? Да. Потихоньку. А что такое? А что сегодня? Какой ваш коллектив? Расскажите. Чем вы занимаетесь? Сколько у вас людей? Сколько у вас леди? Сколько джентльменов? Вот, к сожалению, пока джентльменов мы ждем. Мы в активном поиске на данный момент как находимся. Как обычно. Да, как то есть у вас сейчас дамский хореографический батальон? Да. В принципе, он же сейчас не соответствует названию «Леди и джентльмены». Менять мы его не хотим. Не хотим, название. Да. Мы лучше будем искать джентльменов. Юля, зрителя нет, зритель один. И чаще всего это свет прожектора, и он самый благодарный и успокаивающий. Сначала танцуй, потом действуй. Вот необычный эпитет, который открывает ваши страницы в социальных сетях. Я имею в виду страницы театра, танцевальной студии «Леджи». Почему? Объясни. Что это такое? Что это значит? Ну, чтобы это понять в полной мере, наверное, стоит на сцене попробовать выступить. И есть вот это ощущение, знаете, когда страшно выйти на сцену, уже за кулисами дрожь такая, может, страх, у некоторых ужас. Но как только вот этот первый шаг, как только вы ступаете на сцену, вот это все уходит. И вот этот зритель, мы не можем делить в полной мере, там, мама сидит, папа сидит, директор, министр, кто угодно. Он один. Мы не разделяем, как танцоры, неважно, вокалисты, это, в принципе, неважно. Но вы видите прожектор, и вот этот вот зритель, он, наверное, в полной мере обобщается. Вот. Поэтому я, наверное, скажу, что я все еще соглашаюсь с этой фразой, еще которая... Еще длиннее, чем в соцсетях, по-моему, получилось. Ну, расскажите, пожалуйста, где ваш коллектив участвует? Какие у него есть заслуги, награды? Или вы выше этого? Ну, нет, мы не выше этого. Так.
где коллектив участвует? Участвует коллектив, ну, везде, где позовут, конечно. Мы выступать мы любим, мы все-таки сценический коллектив, в большей мере, чем коммерческий, на мой взгляд, на данный момент. То есть даже с детьми, с которыми я работаю, в первую очередь мы им объясняем, что такое сцена, для чего мы выступаем, зачем мы выступаем. Мы ищем какие-то конкурсы, где-то нас зовут. Сейчас, конечно, огромная система этих конкурсных программ, конкурсных целых сетей. Это ж хорошо. Да. Есть где выступать, как себя показать, на других посмотреть. Да. Также нас можно часто, на данный момент уже часто увидеть на мероприятиях города. Кто-то видит свои плюсы, кто-то видит свои минусы. Ну, достаточно часто вас можно увидеть как хореографическая часть программ эстрадно-симфонического оркестра Гомельской областной филармонии. Возможно, да. Было они являются программ. Нашими друзьями. Во многом для нас это огромная честь выступать с ними, потому что это мы касаемся, вы знаете, живой музыки. Угу. Потому что все-таки хореография, она чаще всего происходит под фонограмму, а когда, ну, танцор ощущает совершенно другие ощущения, конечно, когда работает под живую музыку, когда рядом находится дирижер, это совершенно другие ощущения, девочки мои. Юль, правда. Хочется вспомнить прошлый сезон. Я заслушалась. Хочется вспомнить прошлый хореографический сезон вашего коллектива. Всех впечатлило, и до сих пор в культурных слоях можно услышать разговоры о вашей премьере прошлого года. Это программа под мистическим названием «Ведьма». Да. Это название вы придумали, Юля? Это название мы все придумали. Все ведьмы. Все согласились. Да, это название. Но дело в том, что многие, да, некоторые даже негативно отнеслись к этому названию. Но дело в том, что само слово «ведьма» мы часто понимаем неправильно, на мой взгляд. Потому что ведьма – это для меня это таинственное существо. Оно не злое. А очень многие в силу каких-то своих предрассудков, своих каких-то своих конкретно субъективных ощущений – они это слово отрицают и говорили «ведьма», там кто-то нам даже не разрешали на афише размещать это слово. Но именно сама программа несла такой смысл, что ведьма – это хорошее существо, это существо, которое помогает, это красивое в первую очередь. Ну, ведьма – слово «веды» еще ведущая часто. Ведущая мать, если быть. То есть вы себя так позиционировали в этой программе? О чем была вообще программа? Мы там воспеваем… Да, ну основная мысль того, что ведьма это хорошо, ведьма это красиво, это красивая таинственно, женщина. Это волшебство, да. Я воспеваю красоту женщины. Я считаю, что все мы чуть-чуть вот как-то тонем в каком-то таком дениме, в джинсах, в ботинках. Вот. Нужно развивать вот эту красоту в женщине, красоту в девушке, вот с самого начала. Как и ведьма считаете? Именно об этом, на мой взгляд. Просто танец. Вторая часть вопроса. После премьеры «Ведьмы» зритель ожидает у вас что-то уровнем не вот ниже. Вот этого я и боюсь. Я думаю, у вас получится. Нет, нет, у вас обязательно это получится. Вы уже начали готовить программу? Мы уже практически заканчиваем готовить нашу новую программу. Вот наш очередной сезон заканчивается. В этот раз мы будем говорить о не менее мистическом таком явлении, как привидение, как наша программа будет называться «Комната». Угу. Сейчас новый наш век, символом нового века можно сейчас считать чемодан. Почему? Потому что мы не задерживаемся на месте. Если подумать, очень многие люди уходят от понятия «родина», от понятия «место». Вот. То есть здесь мы говорим о квартире, о месте, в котором очень много истории, где каждый предмет содержит какую-то свою часть истории, человека, который жил конкретно в этом месте. Вы как ящик для письменных принадлежностей, Павич, по-моему, вот это возможно. Произведение, да, у вас сразу... Да, но не по мотивам. Да. Сугубо по своим. Ясно. О чем будете танцевать в этой программе? Ну, как я уже сказала, это скорее мистика, во многом, наверное, о наболевшем, о любви, о творчестве, о харизме, о страхах, о том, что как тяжело порой сделать первый шаг. Ну, а музыкальное сопровождение, оно будет также соответствовать такому настроению? Да, очень многие коллективы, ну, разные коллективы действуют по-разному. Некоторые идут от общего к частному, некоторые от частного к общему. Вот мы, например, все-таки
к нам приходит каким-то образом музыка, у нас есть композиции, потом мы сводим это все вместе. Как правило, что-то общее находится. Некоторые, наоборот, действуют, у них общая идея, и они находят музыку и композиции под них. Вот, поэтому мы будем танцевать о разном, я скажу так. Ваши артистки, они же выступают и дизайнерами, и конструкторами сценических костюмов. Или все-таки кто-то вам помогает, подсказывает? Нет, у нас много участников, которые с хорошим вкусом, которые, в принципе, мы где-то, мы много где бываем. Сейчас очень много возможностей для того, чтобы увидеть, вдохновиться даже чем-то и в музыке, и в костюмах, и какие-то декорации, сценическое оформление, все, все что угодно на самом деле можно. Поэтому да, мы все вместе делаем костюм. Нам помогают родители, девочки сами помогают. То есть за свой счет, ну, мы этим гордимся, если честно. Юля, следующий вопрос у меня такой. Что такое, кто такие леджи сегодня? Сколько вас? Нас, пожалуй, не так много, как обычно. Вот, не знаю, чем это обусловлено. Но на данный момент основной состав – это, как и было, человек 10. То есть это вот сугубо такие личности, на мой взгляд, уникальные, харизматичные, которые я очень люблю, которые близки именно мне. Я надеюсь, у нас есть постоянные зрители, которые близки, эти девушки близки им. Они найдут, в принципе, любая, наверное, девушка найдет отражение в наших героинях. Вот. И подготовительная группа у нас всегда есть, она включает порядка 30-40 человек. Это маленькие дети или уже состоявшиеся танцоры? Нет, это девочки, молодые люди от 14 лет. С детьми я занимаюсь отдельно. У нас есть студия творческого развития «Взлет». Mm-hmm. Мы там занимаемся не только хореографией, у нас там тоже и актерское мастерство, и вокал. То есть мы готовим детей более расширенно. Большую творческую площадку. Да, ну танцоров надо воспитывать, своих людей, которые важны, их надо воспитывать. Юля, скажите, вот танец в жизни современного ребенка, современной женщины, да и вообще современного человека, насколько он важен? Очень важен. Расскажите, почему? Очень важен, вплоть до того, что даже очень многие родители часто говорят: ой, вы знаете, танцы все-таки не наши, мы вот лучше не будем. Нет, девушка любая пойдет, оденет каблук, и она пойдет на танцы. Любой девушке придется рано или поздно, не знаю, придется или посчастливится, общаться с молодыми людьми. Грация. Она должна оставаться грацией. Осанка. Формы, опять же. То есть это крайне важно, на мой взгляд, обязательно заниматься танцами всем, в любом возрасте. В любом? Абсолютно в любом. Как бы вы охарактеризовали стиль студии танца «Леджи»? Ну, в каких направлениях я тогда хотела бы добавить, что раньше вот многие мне говорили: Юля, надо искать стиль, все-таки ты очень разбрасываешься. Ну вот потихонечку мы приходим, наверное, к современному направлению, скорее модерн, наверное. Вот. Но опять же, я не чувствую себя строго в рамках одного стиля, как в принципе любой хореограф, любой художник, любой вокалист, любой исполнитель. Вряд ли он может ограничиться строгими какими-то характеристиками одного стиля. Нет, это и неправильно, и не нужно. Я, например, знаю, что вы сейчас проходите специальное обучение в Московском институте. Вы обучаете там танцам. Это все верно, да? Да. Насколько это будет вот отражено в вашей будущей танцевальной деятельности, вот вашего коллектива? Ну, в первую очередь, в лексике это будет как-то отражено. И все-таки, если раньше я не могу сказать, что я в полной мере полагала, что нужно получать конкретно специальное образование для того, чтобы творить, то сейчас я все-таки понимаю, что не зря вот этот багаж человечества, он несет определенные принципы, определенные законы, которые полезны всем. И стоит их знать, стоит учиться, я считаю, стоит не переставать это делать. А еще спасибо. Без вашего участия не обходится ни один юбилей в нашем городе. Кого в ближайшее время с чем будете поздравлять? Будем поздравлять городской центр культуры. 40 лет ему исполняется. Вот отчасти в рамках и вот этого самого юбилея будет проходить наша программа. Премьера комнаты. Да, наша премьера комнаты. Вот. Также в городском центре культуры еще будет много происходить нестандартных, прекрасных событий. Приурочено юбилею
прекрасный, необычный проект, постановщиком которого является Инна Асламова. Тоже мы там участвуем. Приходите, посмотрите, это будет не формат. Не формат. Интересно, да, интересная вещь, которая, которой стоит прислушаться. Сейчас это, на мой взгляд, модно, сейчас это интересно, стоит. Потом хотелось бы пригласить всех и обратить большее внимание на колледж искусств Соколовского. Потому что тоже 95 лет исполняется в этом году. В колледже проходит огромное количество конкурсов, огромное количество концертов, куда стоит сходить, послушать музыку. Ведь мы так вот редко мы входим, редко мы обращаем внимание. А там великолепная атмосфера, между прочим. Великолепные профессионалы играют музыку, играют великолепные произведения. Это вот стоит туда ходить, стоит отвлечься от телевизора. Я прошу прощения. Но только не от нашей программы. Не от нашей программы. Потому что она, в принципе, вещает по поводу городских событий. Но мы хотим, чтобы люди приобщались к большому, хорошему, настоящему, высокому искусству. Это очень важно. Юленька, мы обещаем, что, безусловно, придем на премьеру в вашу комнату, комнату студии танца «Лет». Да, мне уже захотелось. Уже не знаем, как с чемоданом или без чемодана. Чемоданов там будет достаточно. Уже действительно, ребят, хочется увидеть, что же это получится, потому что Леджи всегда оправдывает ожидания. Ну, это мое личное мнение, потому что несколько видел ваших программ, остался в полном восторге. Ну, такие воздушные, молодые, красивые девушки порхают по сцене, в такт музыки. Вы не представляете, как это красиво, великолепно. Все идите на концерты нашей замечательной гости коллектива Леджи. Студия танца Леджи сегодня у нас в гостях. Юля, огромное спасибо за этот визит. Прямо сейчас предлагаю посмотреть фрагмент выступления балета «Леджи». Ну, а тебя ждем к нам в гости с новостями из мира культуры и танцев. Спасибо вам большое. Друзья, за один вечер мы с вами смогли оказаться и в театре, и послушать песни, и насладиться танцем. Это была программа «Добрый вечер. Гомель» на телеканале «Беларусь 4». Заходите на наш официальный сайт vrgomel.by, а также ищите нас в популярных соцсетях. Всего хорошего и до новых встреч!